Всем привет, с вами Совок. Сегодня немного поговорим об играх, о битэмапах, о том жанре, который я искренне люблю. Если говорить про экшен-игры, в широком смысле этого слова, слово экшен, я со всем сердцем не могу наслаждаться, например, шутерами или гонками. Даже лучшие представители своего жанра не вызывают особого восторга. Даже та же Контра, да, Hardcore, это всего лишь Контра. Всего лишь игра, в которой ты всего лишь робот, который всего лишь стреляет. Культовая игра Rock'n'Roll Racing, в ней ты всего лишь машинка, которая ставит мины и стреляет ракетами. Да, это все еще отличные игры, но для меня там нет самого важного, нет персонажа. Персонажа, который решает все проблемы сам, в контактном, ближнем бою. Если говорить про битэмапы в целом, то большинство из них просто мусор. Тупые кнопки жалки, без особой сути и смысла. Не так давно я перебрал, наверное, 4 сотни опенборов, игры на открытом движке, которые, казалось бы, сделаны фанатами для фанатов, и перебирая сотни гигабайт мусора, сначала откопал Черепашек-ниндзя, Спасение Палузы. Классная игра, игра, которую мы недавно стримили, которая перевернула мое представление вообще об опенбор-играх. Если черепашки здорово прокатились по ностальгии, то боевка там сделана специально, ну, как на денде. Она нормальная в рамках своей игры, все хорошо. Но сами сражения не являлись по-настоящему крутыми и проработанными. Игру не хотелось сотни раз перепроходить из-за процесса. А ведь хорошая боевая система для меня очень важная составляющая любой хорошей игры. Будь то, например, Devil May Cry, Dragon's Dogma или в нашем случае Final Fight LNS Ultimate. Как я понимаю, LNS — это творческое испанское объединение Las Noches Caipedras. Игра, которую они создали, оказалась настолько проработанной и налаженной, что мне сложно сосредоточиться на чем-то другом. По-хорошему, мне стоит закончить свой хак Черепашек-ниндзя, но знаете что? Пошли в жопу, Черепашки-ниндзя, кому вы нужны? Ей-богу, у меня сейчас каждый вечер занят тем, что пару раз перепрохожу эту игру и каждый раз кайфую в процессе. Да, игра хоть и не идеальная, в ней куча минусов, но, блин, насколько же она классная. Сегодня я покажу все тонкости и нюансы боевой системы. Если вам эта игра не по душе, смело закрывайте видео. Лучше уже точно не будет. В конце концов, ROMHack — это тоже творческое объединение разных творческих людей, у каждого из которых разные тараканы в голове. Сегодня я вас познакомлю со своими тараканами. И если у вас нет времени смотреть это долгое видео, вам все же интересна игра, как минимум зайдите вот сюда. How to play. Почитайте. Когда я первый раз включил игру, я юзеру написал в приват: чувак, я нашел невероятно клевый битэмап, в нем все классно, но есть там что 5 минусов. И когда я нашел вот эту опцию, казалось бы, на титульном экране, которая называется How to Play, ну где-то 3-4 минуса из 5, которые я написал, они сразу пропали. Сразу стало все понятно. А я об этом расскажу прямо сейчас подробнее. Поехали, потихоньку начинаем. Итак, Final Fight LNS Ultimate. В игре трехкнопочное управление, есть кнопка атаки, кнопка для парирования удара и кнопка прыжка. А начнем мы внезапно с кнопки прыжок. Да, в игре у некоторых персонажей есть двойной прыжок. Отдельно об этом упоминать нет смысла, все это вы сами можете найти в листе вашего персонажа вот прямо здесь. Мы же поговорим о все-таки тонкостях и хитростях боевой системы. Поехали! Итак, прыжки. Кнопка прыжка. Есть нейтральный прыжок, прыжок вперед. В игре также есть хороший бег. Прыжок со сгону, ты летишь на более дальнее расстояние. Что не так очевидно, в игре есть бэкджамп, так называемый. Ты нажимаешь, для того, чтобы делать бэкджамп, ты нажимаешь прыжок и сразу после этого кнопку назад. Почти мгновенно. Так, пошел вон враг. Вот так вот. То есть получается, мы летим назад, бьем все еще вперед. Для чего это нужно? Не сказать, что для всех персонажей, но для некоторых это возможность запустить пару хадокенов в лицо, чем-нибудь плюнуть, сделать какой-то спешл на отскоке. Почему нет? В случае Акумы можно даже прожать супер. У этого супера довольно интересная траектория полета. Если его просто нажать, то он либо не попадет, либо ударит довольно, ну, одним-двумя хитами, да? Отскок может быть все-таки иногда полезен.
работает эта штука у всех персонажей, так что почему бы нет, стоит знать, эта штука не очевидная. Также некоторые персонажи умеют спрыгивать от стены, для этого мы держим сторону стены, нажимаем прыжок и еще раз прыжок. Может пригодиться где-то, чтобы уклониться от вражеской атаки, от брошенного ножа и так далее. Опять же, это доступно не всем персонажам, в мувлисте про это не указано нигде, но стоит иметь в виду. Да, кнопка отпрыжки от стены позволит вам кое-где взять секретку, например, вот здесь вот жизнь. И, кстати, да, если бы я не залез в файл игры, я бы понятия не имел, что этот шарик, эта конфетка на палочке дает тебе целую жизнь. Идем дальше. Некоторые персонажи, помимо банальных отпрыжек от стены, могут еще и зависать на стене. Для этого мы, когда прыгаем на стену, зажимаем кнопку прыжка. Ну, также можно спастись от вражеских суператак, некоторых атак можно пулить врагов, не знаю, собирать. Да, стоит упомянуть, что является стеной в данном случае край экрана, то есть не буквально стена, ты можешь на любом краю экрана прыгать, либо зависать и так далее. Можно зависать, как я понимаю, на телефонных будках, и, ну, опять же, так далее. По идее, можно даже бить с этой штуки, но очень аккуратно, надо ударить и обратно зацепиться, я не особо понимаю, как это работает, ну, поскольку за подобных персонажей все-таки я пока еще не играл. Вот как-то так оно работает. Наверное, если взять, например, хищника, у него-то удары со стены подальше, будет все выглядеть получше. К слову о хищнике. У некоторых персонажей, таких как Сивайпер и хищник, есть кроме отпрыжки, бэкджампа, так называемый лонгджамп, прыжок вперед. Для этого мы жмем прыжок и после этого сразу вверх. То есть тоже этим обладают далеко не все персонажи, но тем не менее. Для чего это нужно? Ну, в случае Сивайпер сделать спешл, выйти на комбу какую-нибудь. Возможно, стоит перепрыгнуть что-то большое в игре. Ну, ям, слава богу, нету. Не хватало еще ям здесь. Возможность перебраться с одной части экрана на другую, наверное, неплохая функция. Еще раз по кнопкам, ты жмешь прыжок и почти сразу же после этого вверх. Перейдем к тому же хищнику. Вот его атака. Хищник также умеет отпрыгивать от стены. Более того, отпрыжку от стены можно тоже сделать длинной и далекой. Для этого нужно в тайминг нажать, чуть-чуть сложно, но длинный. Вот обычная отпрыжка от стены, вот. Вот длинная отпрыжка от стены. Тоже у хищника есть спешалы в воздухе, которыми можно пользоваться. Может пригодиться. Более того, вы можете сделать длинный прыжок в стену и длинную отпрыжку от стены. Вот так вот. Опять же, вот обычная отпрыжка от стены, длинный прыжок. Да, делать это не так просто. Захват. В данном случае, конечно, имеется в виду базовые захваты, потому что такие персонажи, как Зангиви, могут делать спешалы, которые тратят ману, ну и работать немножко по-другому. Да, такие персонажи, как Зангиви и Хагар, могут ходить с врагом, по-моему, даже бесконечно, кроме, ну, босс умеет вырываться, все остальные тягайте их как хотите, сколько хотите, ничего с вами не будет. Вот. Во время захвата есть кнопка удара, нейтрально, без направления, жмем удар, удар, третий удар, враг, ну, мы бросаем врага. Если мы нажмем кнопку прыжка, это комбо-финишер сразу. То есть удар, который больше урона наносит, враг сразу падает. У большинства стандартных персонажей есть только две опции, когда вы хватаете врага, это вперед удар и назад удар. В случае здоровяков, рестлеров есть еще две функции. Это вверх удар и вниз удар.
Это касается базовых захватов. Перейдем к базовым атакам. Базовая комба. 3-4 раза в зависимости от персонажей. Может за кого-то 5 жмешь кнопку атаки, ничего необычного. Есть так называемый капком граб. Во время комбы ты держишь вперед, чтобы бросить врага автоматически вверх, либо назад, чтобы бросить врага автоматически назад. Но поскольку во время захвата персонажи неязвимые, это хороший способ избежать урона, избежать окружения какого-то, растолкать, раскидать врагов. Важная штука. Да, я предпочел бы, чтобы это делалось просто кнопкой отдельной, кнопкой захвата, а не автоматически, как капком грапом или как бы еще, но тем не менее. Насчет атак в прыжке, вы можете прыгнуть, нажать вперед вот, атаку, прыгнуть, нажать вниз атаку. Но фишка в этой игре в том, что вы можете чередовать эти атаки. По-моему, до 4 раз, но мне это дается не так легко. Еще раз прыгаем вниз атаку, потом вперед атаку, потом вниз, потом вперед. Видел японца так спокойно делать 4-5 ударов. У меня выходит так себе, но есть такая опция, тоже важно узнать. Да, у Чунли, конечно, вниз атака уникальная, так просто не получится, за нее можно делать как-то так. У некоторых персонажей, например, у Джина есть еще вверх удар, за нее можно чередовать вперед атаку и вниз атаку, также вперед атаку и вверх атаку. Тут чуть-чуть по-другому набивать врагов. Да, так и с разгона. Той же некой комбо-связующий базовый элемент, но вы можете сделать одну атаку с разгона, да? Иногда две, иногда три, в зависимости от вашего персонажа, так не то вышло. Вперед-вперед удар, уже не проходит. Но если делать вперед-вперед удар, спешл, вперед-вперед удар, другой спешл, вперед-вперед удар, третий спешл, то все хорошо работает. Ребята специально так сделали, чтобы вы очень дешево не набивали врагов. Да, ну, базовая комбо, несколько ударов, вперед-вперед удар, да, и какой-то спешл. Два, третий уже не выходит сделать. Вперед-вперед удар, уже не попадает. Перейдем к защитным спешлам, но перед этим я покажу еще одну опцию, это перекаты. Я не знаю, как правильно называется, для меня это из Street of Rage всегда были перекаты. Нажимается вверх-вверх и вниз-вниз. Я включил специально так называемые хардбоксы, либо слово, я не помню, на букву V оно, английское, сложно для меня произносимое. В общем-то, когда мы перекатываемся, вот, синим квадратом обозначены наши хардбоксы, то, куда нас могут ударить, красным квадратом это то, куда мы бьем. Ну и, собственно, когда мы делаем перекат, наш хардбокс уменьшается. Несмотря на огромный размер персонажа, он становится меньше, по нам сложнее попасть. Тоже, ну, надо иметь в виду. Полной неуязвимости тут нету, но возможность как-то избежать атаки, например, стрельбы вниз, да, по ногам, все же имеется. Какой-то гранаты наверняка тоже можно прыгнуть. Идем дальше. Защитный спешл. Спешл тратит немножко хп. Жмется одновременным нажатием на кнопку атаки и кнопку прыжка. Я жму немножко по-другому. Я зажимаю всегда кнопку атаки и жму, держа кнопку атаки, кнопку прыжка. Выходит вот так вот. В это время ты полностью неязвим. Ты расталкиваешь врагов по всем сторонам. Хороший способ избежать какого-нибудь урона, супер от босса и так далее. Вот так она работает.
дали рекавери. Первое, что взбесило, когда игру включил, это непонятно было, как рекавериться. Потому что если ты не знаешь, как это происходит, то боевка выглядит как-то так. Тебя один раз зацепляют и поехали набивать. Такой, окей, встаешь, прыгаешь на врага, оп. Долбишь по всем кнопкам после Street of Rage каких-то, либо других, там, не знаю, слэшеров, жмешь вверх удар, ничего не происходит, вверх прыжок, ничего не происходит. Оказывается, для этого нужно нажать здесь вверх удар. Получив урон, жмем вверх удар, и хоть анимация выглядит так же самое, как у защитного спешла, да, но по факту ты не тратишь хп. Ты уже получил урон, как-нибудь крутишься, рекаверишься. Всех распихал, встаешь, дерешься дальше. Есть второй вариант, но когда вы уже коснулись земли, атака со вставания. То есть лежа на земле, нажимаем вверх атаку, также персонаж встает и делает защитный спешл бесплатно, не тратя хп. Касательно рекавери, некоторые персонажи, которые бьют ногами, крутятся как-то на земле, такие как Панишер. Ну, на самом деле, Зангиев, половина персонажей делают рекавери немножко по-другому. Стоит мне получить урон, я жму атаку рекавери, вот. Персонаж уже в таком положении, он полностью неуязвим, пока не приземлится и не доделает свой удар. То есть, опять же, это не стоит хп, просто немножко другая механика анимации. Не набивают, я всех раз прокинул, все хорошо. Так, переходим к кнопке перри, парирование атаки. Это у нас зелененькая кнопка в опциях. Вот она. Так, чтобы избежать атаки, можно парировать вражескую атаку. При малой активности, малых активных кадрах, она дает тебе неуязвимость при атаках спереди. Да, как только что видели, появился кружочек. Это было идеальное пыри, оно дает еще больше очков и больше маны. Обычное пыри дает, тратит 20 маны. При удачном парировании возвращает потраченную ману, дает очков и дает ману поверх потраченной. То есть это хороший способ восстановить себе ману. Слышим перфект, идеальное парирование и так далее. Так, можно спарировать вражескую атаку, быстро нажать кнопку удара, либо кнопку прыжка, и будет контратака с полной неуязвимостью. Вот она. Да, все персонажи получают за удачное парирование 20 маны, вроде как бланка 25. Как-то так, не знаю по какой причине, может как-то лором обусловлено, либо так было в какой-то из оригинальных игр. Для меня это загадка. Касательно персонажей, парирования и персонажей с третьего Street Fighter, вот они подсвечены зеленой рамкой на фоне, вот эти вот все, у них парирование работает немножко по-другому, там немножко другой звук, и возможность его жамкать, как Дайго Омехара. То есть можно делать несколько парирований подряд, также оно тратит 20 маны и так далее, с этим все нормально. Можно делать несколько парирований подряд. Работал в чем-то автозахват, который не любил. Так что, если уметь играть для персонажей из третьего SF, наверное, они обладают неким преимуществом. Можно быстро генерировать всю ману. И так далее. Ну, надо, конечно, уметь. Перейдем к спешалам, либо можно назвать это магией, ведь оно тратит ману. Большинство спешалов тратят 20 маны. Вверх атака. Все остальное.
все удары, в принципе, тратят 20 маны. Но прожектайлы, кто не знает, это плевалки, запускалки, стрелы, луки, пули и так далее. Все, что стреляется, в данном случае хадокин, они стоят по 15 маны. Так, снова включил дебаг режим, чтобы увидеть. Говоря про спешлы, во время ввода каждого спешла есть небольшие кадры неуязвимости. Например, вот в хадокине пропадает наш хардбокс, и видно, что Сакура полностью неуязвима. Для чего это сделано? Чтобы не было таких ситуаций, когда вы, казалось бы, ввели какой-то спешл, например, хадокин. У вас ничего не произошло, хадокин не вылетел, вы потратили ману и получили по голове при этом всем. Не понимали, так я сжал и так далее. Здесь это все продумано. Так, кадров неуязвимости немного, им обладает каждый спешл, даже вот этот вот. Мрак мешает смотреть, ну видно, да, она немножко неуязвима, там пару кадров есть. Также апперкот. Вот, неуязвимо, идет апперкот. Ну, до первого кадра атаки, собственно, персонаж после удачного ввода неуязвим. Также спешлы комбятся в любые другие спешлы. Например, запуск хадокина, держим вниз, можно ходить только сейчас, у Сакуры выставлены руки вперед. Ну, ты можешь нажать после хадокина сразу любой другой удар. Супер тоже, и не надо ждать, пока руки там пройдут полностью. Из этого играть в игру достаточно комфортно, достаточно быстро, не надо ничего линковать. Все комбится, играется очень классно, очень интуитивно. Никаких вообще проблем с этим нету. Говоря про супер удары, то, ну, они все стоят 100 маны. И по большому счету делятся на два типа, да, у каждого персонажа. Один более сильный, но короткий, либо бьет в одну цель, другой, ну, чистит экран. В данном случае я не верю, что это плюс-минус так. Но большинство персонажей примерно такой подход работает. Да, как их нажимать есть там внизу. Вот я и решил не показывать то, что написано в мув-листе, про это стоит упомянуть. У секретных персонажей, которые из СНК versus Capcom, есть уникальная механика. Да, я показывал, гейзер бьет на 80 урона, один гейзер. И внизу вот написано, тройной гейзер будет, когда у вас жизни равняется 25 или меньше процентов. То есть я опустил жизнь до красной зоны, до красной отметки. Подождем немножко, покупим ману. На соточку, не так много. Да, это фишка, механика для всех Capcom versus SNK персонажей. Их целых 6 секретных. То есть можно тоже считать, что эти персонажи обладают неким преимуществом. У нас был один гейзер, который наносил 80 урона. Если мне не нравится тренинг в этой игре, лучше чем ничего, но не доделал. Один супер. Три гейзера по 50 урона. На этом по большому счету все. Надо понимать, что любые нормалы канцелятся в спешлы, спешлы, суперы, либо другие спешлы. Играть очень легко, интуитивно. Здесь мув-лист есть на отдельной кнопке, можно включить в любой момент игры. Джойстик бывает. Вот явный пример. Один супер сильней, требует удара в цель. А второй чистит экран. Что ж, на этом все секреты и тонкости, которые я знаю про боевые механики, все. Есть еще некие секретики, давайте отдельно про них покажем. Как разблокировать секретных персонажей в аркадном режиме. Да, персонажи разблокируются. За первое прохождение мы получаем Акуму.
и разблокируем первый секретный, ну, первый дополнительный режим игры. За каждое следующее прохождение вплоть до 10 мы получаем пачку персонажей. То есть в зеленые рамки, в салатовые, там, в черные, в желтые и так далее. Сразу целый пак персонажей. За 10 мы разблокируем еще пачку персонажей. Точнее, нет. За 10 прохождение разблокируем еще один режим. Есть еще секретные персонажи. В аркадном режиме, чтобы получить к ним доступ, надо ударить эту штуку, появляется надпись гол, идем туда. Вот они все остальные. Есть еще два дисбаланса персонажа. Это делаем прыжок удар, опять гол, опять идем. Тут разработчик сделал себя, Неста и какой-то Наримара. Для того, чтобы разблокировать этих персонажей в режиме Capcom All Stars, нужно зарыть чуть-чуть другую штуку. Это дверь вот тут слева. Все, думаю, понятно. Более того, в игре есть секретные уровни. Я покажу на примере вот этого первого уровня. Надо две драки пройти. Но тем не менее. Все секретные уровни находятся в экстра уровнях. Как бы это странно ни звучало. В них, ну, во все их можно сыграть в режиме Capcom All Stars, либо после прохождения аркадного режима, если у вас больше 450 тысяч очков. Если меньше 450 тысяч очков, то игра заканчивается на байсоне, и лично я играю короткую версию игры, специально не коплю очки бонуса. Тем не менее. Так, для того, чтобы разблокировать секретные уровни, нужно найти три аркадных автомата, и пока я дерусь, обратите внимание, один из трех аркадных автоматов немножко отличается от всех остальных. Нужно разломать именно этот один аркадный автомат. Если разломаем любой другой, либо все, ну, ничего не получим. Вот, видно, думаю, что отличается первый в этом уровне. Ломаем его, будет слышно кое-какой звук. Значит, мы разблокировали альтернативный подуровень. Тут, благо, недолго, поэтому дойдем быстро туда. Вот появилась гол. Если этого не сделать, она не появляется. И идем на другую часть, на секретный уровень. Во всех остальных уровнях такие же есть три аркадных автомата. Легко можно понять, какой из них отличается. Легко можно разломать ненужный. А грузится чуть дольше, но у меня, по-моему, распакованная версия, так что не так важно. Эти уровни обычно длиннее, обычно сложнее, а в них другие боссы, может несколько боссов и так далее. Могут враги уникальны быть, которых нет в любом другом месте.
такие вот пироги. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.